Дорогая Елена, очередь не моя, но я хотел, чтобы ты услышала это от меня. Кажется, я потерял его. Мне остается только надеяться, что крохотная часть его сознания скрылась в безопасном уголке. Что последняя искра человечности продолжает держаться где-то глубоко внутри. Знаю, Бонни, ты права. И мама тоже. Я просто не могу заставить себя признаться ему. Точно не сегодня. Я и перезвоню. Кэтрин! Нет, я... Я Елена. Елена? Ты нужна мне. Не знаю, сколько я еще могу бороться. Я не оставлю его. Но тяжело цепляться за надежду. Она приносит боль. Может, завтра будет лучше.